готовите к Новому году? К Новому году, вот вы спросили. К Новому году мы готовим новогоднюю программу, а к Новому туру – новотурную. Ну, сейчас с большим успехом прошла программа «Большая игра», которую в том числе вы презентовали в Воронеже и собрали переаншлаг. Я так понимаю, что она также прошла с успехом и во всех остальных городах России. Вот в новом гастрольном году и в юбилейном году для группы «Пикник», какую программу вы привезете нам? Вы хотите, чтобы мы прямо так вот рассказали? Да, очень. Нет, да, очень. Самое главное, то есть то, что это юбилейная программа. От юбилейной программы люди ждут что? Люди ждут песенка, по которым скучают, да? То есть, если я, допустим, пришел на юбилейную программу там группы Pink Floyd, я четко знаю, что если они не споют там, не знаю, скворца, то я обижусь и уйду, да. То же самое здесь. То есть мы заложники юбилейной программы, то есть будет программа не юбилейная, а экспериментальная, тогда было бы легче, тогда мы включили бы самые неизвестные песни. А здесь будут только хиты и только то, что вы вспомните закрытыми глазами. Вот. Заиграли первый аккорд. То есть вы можете сделать сейчас заказ. Предзаказ. Ого! Предзаказ. Нам такая честь, оказывается. Ваша группа снялась в картине «Птица», где главную роль сыграл Иван Охлобыстин. Изначально на эту роль предлагали Рому Зверя из группы «Зверя». Вот, если бы вы изначально знали, что будет играть Рома Зверь, вы бы согласились сниматься в этом фильме? Ну, мы не знаем, что мы вообще снимались в этом фильме. Мы участвовали в съемках музыкального сопровождения. Музыкального блока, да, к этому фильму. Даже не блок, даже клип, скорее, да. Вот. Некогда была записана песня «Мы как трепетные птицы», она им пригодилась в этом фильме, потому что песня, то есть не песня, кино про птицу, песня про птицу. Вот, а вообще мы ничего не имеем против ни Рома Зверя, никакого. Вот. Просто дело в том, что режиссеру ему виднее. То есть он видит конечный результат. Если ему видится там Рома Зверь, значит так тому и будет. Если видится Ваня Охлобыстин, ну еще лучше. Ну, то есть всегда режиссером мы. Всегда режиссер не прав. Популярность, по вашему мнению? Или вы всегда в тонусе? Зависит от вокалиста. Довольно часто это. Кажется, вокалисты часто меняются вокалистки. Если взять группу Ария, которая может быть существует, не так часто. Скажите, а когда случился переломный момент, когда вы поняли, что вы уже члены семьи Арии, а не просто посторонний человек и новый вокалист? Как на репетицию, наверное, пришел. Репетировать, да. Сразу понял, что это. Скажите, а как вы проводите время вне группы? Когда у вас нет гастролей, да. Вы так же? Каждый по-разному. Как же? Вы так же все вместе? Яре, ну, 30 лет, все уже друг к другу. Ну, правда, семья. И у поклонников будет огромная семья, хорошая, добрая. Нет, не вместе. Вместе может быть раз в 2 года. Бывает вместе, но в основном нет. Ну, когда вместе проводишь плотный гастроль, мы друг друга видим целыми днями. Это хороший повод отдохнуть друг от друга и соскучиться по другу для следующих гастролей. Поэтому это абсолютно нормально. Я люблю и ненавижу.
Ты вроде нам должен. Нет, может быть, какой-то фильм документальный хотите сделать? Или 35 лет это будет в каком-то 20-м году. Я не уверен, что мы доживем до 20-го года. В принципе, нет, возвращаясь к летнему Ариэльфесту, мы были инициатором того, что круиз, долгий перерыв, сыграет единственный студийный концерт на этом фестивале. Я считаю, это хороший подарок всем. А вам какие подарки вы такое дарили? Торты. Торты. Раньше бутылки, теперь торты. Ну, разные резные штучки, ну, самодельные, очень приятно. Почему много хендмейдов? Я с последних подарков. Из тюрьмы там ножи, да. Стулья подарили шикарный огромный меч, до этого был щит. Меч настоящий же? Да. Ну, в принципе, можно. Да. Рубить. Выруби, да. Золото говорите. Из тюрьмы прислали там нарды, там, ария. Прислали резные нарды, ария. Ножи всем выдали подарки. За грусть нелюбви прошлых лет. За белый асфальт. Ты слышал каждый звук. За белый асфальт. Как сердце стук. Вы что-то еще поклонникам из Воронежа перевели? Денег нет, поэтому хорошего настроения. Держаться. Спасибо за сегодняшний концерт. Получили огромное удовольствие. Очень позитивная публика. Очень красивое место. Я думаю, что концерт все в сумме дало очень. Всегда хороший концерт, это не только артисты. Фестиваль вам понравился, чай? Да, очень.